Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, тянет ли его к вам. Он видит вас очень стабильную женщину, которая сейчас для него каким-то образом закрыта. Но на вопрос, тянет ли его к вам, да, он вас видит парой, несмотря на какое-то подвешенное состояние между вами в данный момент. Мужчина говорит, что для меня это не преграда. Слушайте, он не видит в этом определенных каких-то ограничений. По двойке пентаклей, возможно, ваши отношения сейчас находятся в каком-то трансформационном периоде, этапе. Но даже вы не видитесь, очень многие прям не видят друг друга. Кто-то там в социальных сетях странички поудалял, фотки поубирал, не демонстрируйте. Но знаете что, мужчина вот прям просится, говорит, хочу тебя видеть, хочу тебя слышать. На вопрос, тянет ли его к вам, здесь однозначно ответ «да». Причем уже давно, давно его тянет к вам. Ставьте лайк для энергообмена, пишите «принимаю, благодарю», подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.